Всем привет! Сегодня покажу вам обновление проекта Мистер Мид в Майнкрафте. Так, конечно же, плейбам! Мы прибыли, кстати, мясо прям валяется на улице. Мистер Мид неаккуратный. Это у нас стартовая сцена. Мы прибыли в дом Мистера Мида. Мы, получается, детектив. И хотим расследовать похищение Амелии Кларк. Ну-ка, дробовик. Вау! Смотрите! Вы представляете себе, что это будет потом? То есть мы прям будем конкретно стрелять. У меня даже есть патрон. Так, F. Ой, поменял их местами. Ну-ка. Убираем. Так здесь зайти нельзя. Фантастика. Еще играем с музычкой. Я, получается, держу ружье прямо за приклад. Так, так, так. Ну-ка, открывается ли? А почему? Смотрите, как хитро. Это так задумано, смотрите. Ёкарный Вэйшен, он меня убил. Вау, я прям выпал из ниоткуда. Ну-ка, отсюда можно зайти? Даже не открывается. Барьеры стоят, вау. Это шедевр, смотрите. Скорее всего, в этом помог Егор. Так, мистер Мид, я бы хотел тебя застрелить, но никак. Извини, я не могу тебя застрелить. Ну-ка, если здесь ноги. Бам, по ним. Мистер Мид, догоняй меня. Не умеет открывать дверь, класс. Мистер Мид играет за нас. Так, оббежать почему-то не могу. Я бы хотел попасть к стартовой сцене, к молотку. Так, ну-ка. Бам! Недолет, кстати. И... Yes, спрыгнули. Ура, мы, кстати, обманули игру. Мистер Мид, привет. Давайте я помогу. Он меня убил прямо на стороне. Смотрите, он же здесь же опять. Вау. И я опять к нему падаю. Я бегу, 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 бегу. Смотрите, смотрите, смотрите. Потихоньку отдаляюсь. Это шедевр. Баг-шедевр просто, смотрите. Как смотаться-то? Яс. Я это смог сделать, побежали. Вот только сейчас я выправил ситуацию. У нас теперь есть атакующий мистер Мид и дробовик. Так, ну я хочу попасть к молотку. Еще, скорее всего, не все видели сейф. Непонятно, почему три молотка. Смотрите, у нас будет сейчас молоток и ружье. О. Так, и то есть мне теперь нужно попасться мистеру Миду, скорее всего. Иначе никак не попаду в дом. Но хотя... Давайте проверим, может быть, можно попасть в дом вот таким образом. Начальная сцена. Или у меня полностью все скинули из рук. Так, так, так. Хочется обмануть игру и не применять режим креатив. Будет ли у меня сейчас молоток в руках? Ведь я просто смотрю стартовую сцену. Yes! Вы же сами видели. У меня был молоток на какое-то время. Это как? Смотрите, у меня уже два заряда. Я клонировал заряды. Вот это да. Так, ну я все равно хотел бы попасть. Хорошо, я сейчас молоток выкину за пределы карты. Ура. Голова все-таки варит. Так. F. Резко за пределы крыши. Вот здесь можно вылезти. Так, мистер Мид, извини. Я тебя обхитрил. Как всегда. Так, берем молоток, уже видите, один. Да на, патрон. Ну-ка, что выкинется? Ружье. Так, F. Вот сейчас молоток вылетит. Бам! Yes, пойдет. Запускаем стартовую сцену. Кстати, у нас может быть, скорее всего, два дробовика, смотрите. Да на! Я молоток взял. Бам! Все, запускаем стартовую сцену. Без патронов специально. Начальная сцена. Так, нас мистер Мид там ждет уже. Это не очень интересно. Это, я бы сказал, даже очень опасно. У нас есть дробовик и молоток уже. Так, будет ли два дробовика? Это вопрос на миллион. Нет.
У нас один дробовик, но есть молоток. Yes. Так, молот есть. Сейчас мы будем разбивать зеркало. Бам! Вот так. Все. Вот такой у нас сейф. Этот сейф скоро будет открываться. А я, видите, горю. Бам! Выкинул. А, так я, то есть, могу спастись еще? Я думал, меня убьют. И я спасал таким образом молоток. Да, реально, сейф скоро будет открываться. Мы сможем брать оттуда предметы и проходить игру. Здесь пока выйти не дают. Я бегу весь в огне. Давайте мы на этом видео закончим. Андрею и Егору спасибо за помощь в развитии проекта. Всем спасибо за просмотр. Оцените проект лайками, не забывайте комментировать. Подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока. Show me.